2 июля ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров посетил Центр цифровых трансформаций для оценки разработанных в университете проектов. Разработки представляют собой программные и аппаратные решения, которые будут активно использоваться в медицине, в промышленном мониторинге, а также в беспилотной технике. Те разработки, которые сегодня показывали, сосредоточены в области медицины, промышленного мониторинга и беспилотной техники. В общем-то, был представлен ряд аппаратных и программных решений, в том числе те, которые не имеют ни российских, ни мировых аналогов. На данный момент все разработки представлены в виде прототипов, однако модификация проектов еще не завершена, и с каждым днем изобретения становятся лучше. Те разработки, которые сегодня показывались, они все были представлены в рамках так называемых функциональных прототипов, то есть это все было работающее аппаратное и программное обеспечение. На текущий момент нами по ряду разработок, которые имеют медицинское применение, будет проходить как раз их модификация с точки зрения внедрения непосредственно в сами процессы. Пока что это лишь опытные образцы прототипов, но разработчики уверены, что уже в конце сентября все представленные продукты будут продемонстрированы на открытых выставках для конечных клиентов. Центр цифровых трансформаций выпустит ряд изделий в виде функциональных прототипов для закрытого просмотра в начале июля. Это было сделано. Следующим пунктом нашей дорожной карты является демонстрация в конце сентября всех представленных здесь продуктов в виде уже продуктов, которые можно демонстрировать на открытых выставках. Лев Диденко, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс.